Первое движение. Вот так вот ногу. Никит, посмотри, вот, парню скажи, вообще неправильно. Давай. Никит, скажи, чтоб руки не болтались. Вы самый талантливый из группы. Кати, кати, на меня смотри. Не свести денег не будет. Все, мужички, погнали. Давай, поворот просто подводящий, вот. И вышли на лицо, другая сторона. Посмотри, что в посадке делали. Не на прямых. На внутренней, на одной ноге. Смотрим вперед, взгляд. Сейчас распределимся в группы по 5 человек. От лицевой до лицевой. Первое упражнение из 5 подводящих к основным будет такое. Выталкиваем ногой, внутренним, потом толкаем. Выталкивание, внутренним. И основное, что нужно сделать, после того, как вы сделали основной толчок, начать внутренним лезвием толкаться уже здесь, когда нога у вас шире. То есть от этого момента вы делаете выталкивание в бок вперед. Видно, тренировался. Толчок. Не поднимайтесь. Как сидели, так сидите. Посадку, да, здорово, Макс. Тоже раньше пытайся вложить силу в толчок, да? Не торопясь, да, так же, здорово. У кого гибкости хватает, туда завести, чтобы был толчок, была мощь в этом толчке. Направить свое тело в сторону игрового момента. То есть, если вы будете двигаться туда, то все время направляйте свой взгляд и тело в сторону борта. То есть, это выглядит так. На одну ногу сели, второй подкатились, вторую ногу. Я сижу и туда смотрю, подъезжаю, опять в сторону борта. Сюда, опять в сторону борта смотрю. Подбородок держите высоко, не смотрите в лед. В землю не смотрим, все высоко держим, как игровая ситуация. Давай, посмотрим, как получится. Ты спиной катишь. Стоп, стоп. Ты спиной катишь, а ты лицом должен катить. Ты должен вот на нее перейти, вот, сюда посмотрел. И ты разворачиваешься, и ты оказываешься как бы вот вообще спиной в поле. А тебе надо остаться вот в эту сторону лицом. Плечо пошло, у вас уже конек, вот он уже сюда развернулся. Не забывайте, первый взгляд, второе плечо. То есть взглядом посмотрели, плечо открылось. Вот он повернулся, и у вас уже конек разворачивается. Это на месте, без скорости даже. Вот, ты ее поставил. Просто сейчас, смотри, я тебя за плечо тяну, ты уже крутишься. Вот ты ее поставил катиться, и ты повернулся, у тебя нога. Тебе не надо галиком поворачивать, тебе надо плечом поворачивать. Перед тем, как сделать толчок на развороте, вам главное повернуть взгляд и плечо. Выглядит это так, без толчка, без отрыва ног. То есть взгляд. Толкнулись. Лед не режем вот этим цикатом. И здесь не это нужна. Здесь вот именно плавность нужна и мощь движения именно по льду ее провести. Мы идем с тобой на параллельных посадке. Я поворачиваю, у меня уже ноги пошли. Вот поворачивай на меня лицом. У тебя уже ноги идут, правильно? А если ты добавляешь мощь, да, раньше, на прямой, уже туда смотри. Добавьте руки сейчас, не стесняйтесь, прям вот руки. Вот так поставьте, как он. Вот ему надо сюда поворачивать. У него тебя рука сюда понесет, ты повернул. Руки сюда добавил. Взгляд тоже. За рукой, за дальней рукой, да. Вот ты в поворот ходишь. Ты ей толкнулся, потом внутренней, потом еще ей. Ты крупным, все нормально смотрится. Постарайся, вот вы можете прямо в борт смотреть заранее. Вы повернули прям настолько сильно корпус, но у вас за головой плечи пойдут и ноги понесут. Моделируем ситуацию в игре. Здесь переходите на спину уже сюда. Если, допустим, вам отсюда шайбу забросили, да, и все игроки поехали за ней, то вам нужно перекатиться сюда. Я атака! Давай, я на тебя иду! Я вот уже на тебя, вот, все, корабль на внешней ноге. Все, вброс, давай, я, на меня смотришь. Я тебя гоню, гоню. Все, пропускай меня, все. Тебе надо ногу раз, сека два короткий.
меня смотришь, на меня. У нас момент. Все, я тебя жму. Все, давай, вот на той ноге. Мужики, у вас классно получилось у многих, поэтому только совершенствуйте. В игре вам это все может пригодиться и помочь. Поэтому всем удачи, хорошо сдать все тесты. После этого катания тесты вообще просто ничего. Легкотня. Удачи.